Губернатор Приморья Олег Кожемяка проинспектировал, как в Спаске Дальнем углубляют дно и расчищают берег на реках Кулешовка и Спасовка. В целом работы проводятся на 5 участках общей протяженностью 12 километров. Вот здесь мы сейчас находимся. Пошли вот до сюда. Вот эти все наносы по этому берегу уже убрали. Вот сейчас формируют здесь мини-дамбу защитную, чтобы мост не подмывал. И потом продолжат работы по вот этому берегу и вот этому участку. Неотложные аварийно-восстановительные работы по расчистке русел рек на 4 участках из 5 завершены. Протяженность берегоукрепления составила около 10 километров. Объем изъятого грунта составил 95 тысяч кубических метров. На сегодняшний день продолжаются работы на 5 участке. Ну, здесь уже 4 месяца идут работы нашего ГО ЧС. Здесь работают спасатели, которые обладают правами механизаторов. Вот, работают успешно. Мы видим, что за это время пройдено 10 километров речки, и это даст возможность, в общем-то, руслу в период паводков, в период наводнений сбрасывать всю воду туда, в Ханка, без какого-то затопления территории. Но работа должна быть продолжена, еще минимум надо 6-7 километров пройти, вот, с тем, чтобы все, скажем, затопления, все иловые выносы, все заносы были прочищены, с тем, чтобы река впадала в Ханку и были убраны все те заграждения, которые мешают ей. Вот. Ну и в последующем, я думаю, что это позволит избегать тех наводнений и при паводковых ситуациях, при ливневых дождей, которые здесь периодически случаются, и избежать того ущерба гражданам и экономике, которая приносит эти все тайфуны и дожди. Завершить все работы планируется к концу июня текущего года, но уже сейчас принятые меры позволили беспрепятственно пропустить прохождение весеннего паводка без выхода воды на пойму за пределы контура расчищенных русел. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, новости на Восьмом.